Здравствуйте. Хочется поприветствовать вас со словами «Скрипаль воскресе». Это неуместно. Мой следующий вопрос по поводу заявления Дональда Трампа в Твиттере. Разные заявления. Не кажется ли, что он не владеет ситуацией таким образом? Вот это вторая часть вопроса действительно имеет не просто право на существование, а я лично сама себе задавала этот вопрос, насколько вообще в принципе и лидеры различных стран, и главы внешнеполитических ведомств, ну, например, различных стран Североатлантического альянса, имеют реальную информацию на руках. Вопрос, конечно, не к нам, вопрос к ним, насколько эта информация доходит до верха, насколько она не препарируется, насколько есть действительно возможность оперировать реальными данными на земле, а не докладами. Ну, как вот вы помните, когда сделала заявление Терезы Мэй, мы все время спрашивали, на основе какой информации делается заявление. Нам сказали, что это некий доклад спецслужб. Потом оказалось тоже, так сказать, не полностью правдивой, потому что никакого не было подтверждения со стороны Портендауна этой теории, которая была озвучена. Но так или иначе, вот был один из примеров того, что премьер-министр Великобритании оперировала информацией, которая буквально через пару недель была опровергнута самими же британскими структурами, в частности, лабораторией Портендауна. Точно так же и Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании. Поэтому это очень хороший вопрос, но я думаю, что точно не ко мне, но на рассуждение. По Сирии, Мария Владимировна, вопрос. Россия долго борется с международным терроризмом в течение 7 лет, и были попытки, и вроде бы разделили оппозицию от боевиков. Почему идет сейчас такая эскалация заново? Были даже попытки мирного процесса регулирования в Сочи? Вы знаете, один из вариантов, то, что именно перспектива реального урегулирования на земле, а соответственно бесперспективность дальнейшего продвижения силового сценария, возможно, и это тоже явилось причиной вот таких отчаянных попыток использовать провокационные заявления о химической атаке для силового давления. Спонсор показа «Корона Боулинг-центр», Болгария, Благоевград. Я понимаю мир единственно как поле для культурного соревнования между народами. Гоце Дельчев. Апарт-отель «Аквамарин», Болгария, город Обзор, первая береговая линия, ожидает вас в новом туристическом сезоне